То, что мы выросли здесь и начали свою карьеру в Island Bay, определяет нас как регбистов. Именно здесь все и началось. Здесь мы прониклись любовью к игре и делали первые шаги на поле в черно-белых регбийках. Школьные годы всегда будут особенными для меня. Вся семья была здесь, все тети и дяди тоже играли тут. Несколько поколений. У этого клуба огромная история. Все с нетерпением ждут субботних игр, которые можно посмотреть на стадионе. Помню, как я и Джулс, совсем маленькие, забирались с остальными детьми наверх поиграть в регби на коленках. Родители не сводили с нас глаз, на всякий случай, чтобы мы не упали. Конечно же, регбийки на этой стене очень ценны. Мой взгляд каждый раз приковывался к ним, и я только мог мечтать о карьере, как у этих ребят. Очень особенный для меня момент. Вот на этих землях пола располагаются поля. Вот это главное, прекрасное поле. Здесь я раньше заносил сотни попыток, еще в детстве. Помню, ребенком я соревновался с этим парнем, кто из нас совершит больше заносов за год. Он всегда был жадиной, ему следовало чаще пасовать. На этом поле, можно сказать, мы выросли. Кажется, что здесь с тех пор абсолютно ничего не изменилось. Ни капли. Глядя на Маа Нону и других великих регбистов All Blacks, мы заряжались энтузиазмом работать еще упорнее. Но тогда я не мог представить, что буду принимать участие в таких больших играх. Присутствие Арди впервые рядом на поле в All Blacks — это тот момент, когда я понял, что мы сделали это вместе. Впервые стоять рядом с Джулзом во время гимна — это очень особенный момент для меня. И, наверное, для всей нашей семьи и родного города. Исполняя национальный гимн, думаешь в этот момент о всей проделанной работе, которая позволила добраться до этой жизненной вершины. А также он вызывает у тебя еще большую жажду быть All Blacks. Это место вдохновляет. Любой может добиться того, что захочет. Неважно, откуда ты родом, нужно только усердно трудиться. Мы полюбили регби здесь. Видеть, как маленькие дети равняются на тебя, как мы когда-то равнялись на Маа Нону. Мы рады, что можем вдохновлять кого-то. Ведь любя то, что ты делаешь, и веря в это, ты можешь добиться всего. Хотя мы до сих пор не до конца осознаем, что у нас все так и получилось. It's pretty unreal, so.